Всем привет! Меня зовут Дина Яковлевна, и я продолжаю знакомить всех современных бабушек и дедушек с компьютером и его возможностями. Загрузка Windows – процесс, который мы видим каждое утро, и мимо него нам пройти не удастся. По легенде, именно ожидая загрузки Windows на своем компьютере, Билл Гейтс впервые увидел свою жену. Сегодня мы попробуем разобраться, почему скорость загрузки Windows снижается и что с этим делать. Самый главный виновник медленной загрузки почти всегда ваш жесткий диск. Все файлы программ, служб и драйверов лежат именно на нем. И когда система их требует, то жесткому диску нужно время, которое, в свою очередь, зависит от скорости и физической конструкции диска. Поэтому, если есть возможность, используйте SSD-диск – современный накопитель с очень высокой скоростью чтения и записи. Это позволит значительно увеличить скорость чтения данных с носителя. Все службы и программы при загрузке стартуют примерно в одно и то же время. И если пользователь поставил какие-то свои программы в автозагрузку, то они могут при старте увеличивать время загрузки системы. Вывод. Чем меньше программ в автозагрузке, тем быстрее включается система. Используйте режим сна вместо выключения компьютера. Это значительно сократит время включения системы всего до нескольких секунд. Выход из режима сна настолько быстро, что компьютер доступен для работы сразу после нажатия на кнопку питания или кнопки мышки. Вот и все. Серфите с удовольствием и до встречи в онлайне. С вами была Дина Яковлевна, бабушка в сети.